Как решить проблему дефицита некоторых лекарств на местном уровне, обсуждали 25 ноября в здании администрации Десногорска. Совместно с представителями аптек и медсанчасти города было решено создать единую базу данных медицинских препаратов. Таким образом, планируется снизить неудобства как для терапевта, так и для пациента. В данную площадку вносятся лекарственные препараты, противовирусные, антибиотики и вспомогательные средства. Сюда относятся витамины, лидокаин, шприцы. Спустя неделю от принятия решения к единой базе данных медицинских препаратов Десногорска уже есть доступ как у аптек, так и врачей местной больницы. В таблице можно увидеть наименование препаратов в наличии и узнать, в какой именно они аптеке. Соответственно, терапевт назначает пациенту то лекарство, которое он точно сможет купить. Руководители аптечных пунктов будут вносить наличие лекарственных препаратов ежедневно. И врач, когда выписывает рецепт больному, будет уже информировать больного о том, что где он может приобрести данное лекарственное средство. Данные для доступа были адресованы всем городским аптекам. Пока же подключиться к информационному ресурсу решили 6 из них. Эта мера добровольная и говорит скорее о желании местных предпринимателей быть ближе к своим клиентам. Чтобы народ не бегал, не искал, не ходил, потому что с поступлением практически всех медикаментов, особенно тех, которые для лечения новой болезни, их нет. Получится ли такой инициативой облегчить жизнь горожан и врачей, можно будет судить через некоторое время.